легкий пауэрбанк с фонариком. Сегодня распакуем аккумулятор Buro RCL 10000WG. Комплект поставки, пауэрбанк и документация. Корпус аккумулятора полностью пластиковый. При этом внешняя часть получила мягкое софт-тач покрытие, чтобы аккумулятор не поцарапал ваш смартфон при контакте с ним в кармане. При емкости в 10000 мАч пауэрбанк получился легким. Всего 215 грамм. За это спасибо пластику. Будь тут металл, аккумулятор бы весил больше. Из органов управления только одна кнопка на правой грани. Порт microUSB для зарядки аккумулятора разместился на левой грани. И два порта USB для внешних устройств находятся на верхнем торце. Вместе с ним поселились 4 светодиода для отображения оставшегося заряда. И фонарик. Полезная опция, чтобы найти ключи в темноте, например. Итоги. Это простой и легкий пауэрбанк с обычной емкостью в 10000 мАч. Его хватит на 2-4 подзарядки смартфона. Но учтите, что тут нет быстрой зарядки ни для аккумулятора, ни для внешних устройств. Так что на зарядку этого пауэрбанка потребуется 10 часов.